Торгово-промышленная палата России предложила отменить налог на добавленную стоимость с авансов, которые предприниматели получили от покупателей, сообщил глава палаты Сергей Катырин. Согласно налоговому кодексу, объектом налогообложения по НДС признается реализация товаров, работ и услуг. Вот и получается, что внесение аванса происходит до момента возникновения самого объекта налогообложения. Поэтому предлагаем оплату НДС с авансов отменить. Это решение поможет бизнесу эффективнее использовать оборотные средства и значительно упростит администрирование НДС, отметил глава торгово-промышленной палаты. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с министром социального развития региона Павлом Фокиным. На ней обсудили итоги работы соцслужб за прошлый год и планы на этот. Министр отметил, что одним из основных принципов является адресная помощь, которую оказывает служба социальных участковых. Это уникальный проект, который создан в Прикамье и действует уже 4 года. В рамках программы работают 265 специалистов. Их деятельность охватывает порядка 240 тысяч жителей. Среди них пожилые и одинокие люди, маломобильные граждане и многодетные семьи. Глава Прикамья отметил значимость ведомства и поддержал идею по его расширению. В Соликамске тем временем планируют построить мечеть. В ходе визита в Соликамский округ муфтия Пермского края Анвара Хазрата Аблаева было достигнуто решение о выделении региональному духовному управлению мусульман земельного участка под строительство городской соборной мечети. В ходе визита духовный лидер мусульман побывал и у православного архиепископа Засимы, управляющего Соликамской епархией. Они совместно посетили Свято-Троицкий мужской монастырь.